Спортсмен в синем, который наносит сразу несколько ударов коленом своему оппоненту, 9-летний рязанец Мартин Кузнецов. Это всего лишь 6-й бой в его карьере тайского боксера. В этот раз Виктория по очкам. А всего несколько дней назад Мартин победил в другом поединке. Безоговорочно. Золотая медаль в кубке маршала Жукова. Выиграл его я в 3-м раунде. Мы работали в клинче, и он упал, подвернул себе ногу техническим нокаутом. Это уже кадры того боя. Мартин все так же в синем. Вот оба падают в клинче, но боец в красном встать уже не может. Это уже второй триумф за неделю. Он занимается с осени и вкатился быстро в тренировочный процесс и умудрился выиграть. Не все взрослые спортсмены так у всех получается выступать. За 7 дней ровно, за одну неделю он умудрился выиграть 2 турнира. Мартину Кузнецову всего 9 лет. За год он провел 6 боев, 4 из которых выиграл. Естественно, из-за возраста у него есть и свои послабления. Раунды длятся всего минуту, а тренировка идет час небольшим. Тренер Владимир Печорских рассказал, что у детей упор идет больше на физподготовку и на закалку характера. Однако и в этот минимум для своего возраста Мартин выкладывается по-взрослому. Сейчас спортивный сезон по тайскому боксу на исходе. Если бой и будет, то только в конце мая. Но тренер пока загадывать не спешит. На лето распишут программу, чтобы уже в сентябре быть готовым к новым вершинам и спортивным вызовам. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».